Всем моим ютубо-зрителям по привету. Как вы там, живы, здоровы? Надеюсь, у вас все хорошо. У ваших родных и близких тоже. С вами я, Виталий, Десант Транспорт. Вещаем вам из локации Десант Авто, где мы являемся дилерами в Америке. Как дилеры, так и транспорт, в общем. Купили для одного из наших заказчиков вот такой шикарный автомобильчик. Абсолютно новый. Это Хаммер у нас, EV. Тысячесильный, который едет крабом, у которого снимается крыша. Я ее снял только что для видео, чтобы показать вам, потому что сам еще не снимал ее ни разу и не видел, как он смотрится без крыши. С машиной в наличии идет два ключика. Это у нас на пневме он. Поднимается просто космос, как высоко. Задние подрулящие колеса. Вот такие есть подножки у него. Вот, не знаю, надо они, не надо. Они служат как подножка и, наверное, и служат точно так же, если вы будете где-то по лесу гонять, чтобы не поцарапать ваш порог нижний. Охраняют от... Ну, такая она длинная, поэтому будет охранять. Вот так он выглядит изнутри. Вот так это все дело, когда ты снимаешь. Вот так он смотрится. Это абсолютно новая машина. У нее, получается, может сидеть спокойно 5 человек. Третьего ряда у нее нету, у этой машины. У нее есть задний подогрев, передний подогрев есть и обдув. У нее есть автопилот у этой машины. У нее есть медленная и быстрая зарядка у этой машины. Есть такая запаска огромная, камера, есть фаркоп таскать лодки или дома на колесах, под прицеп есть вот такой, три таких выхода, не знаю, какой там подходит, какой у кого, в общем, но они сделали три. Вот такой крюк, не знаю, зачем, может быть, кого-то тянуть. Парк ассист есть у него. Так, камера есть здесь еще одна, которая отвечает, которая отражается на зеркале. Кнопка открывания задней крышки багажника находится здесь. Почему-то она не хочет открываться, интересно. О, пошла открываться. Вот так она открывается. С машиной шла вот эта зарядка, медленная. Вот она. Но клиент нас попросил докупить вот такую быструю зарядку. Мы ее отправим авиадоставкой ему, чтобы она с машиной не ехала. Потому что на перегрузах у нас происходит, не только у нас, у всех, кто машинами занимается, знает, что грузины и клайпеды вытаскивают все, что есть в машине. И это и есть очень-очень плохо. Очень плохо и некрасиво так делать. Вот тут есть такие каверсы у нас. Как сказать, чехлы. Чехлы для вот этих стекол. Четырех. Вот. Там у нас домкрат. Домкрат у нас здесь. В общем, там такая ниша у нас есть. Здесь две кнопки, которые опускают вот эти сидушки. Вот так нажимаешь раз, нажимаешь два. И все, и багажник у тебя стал больше. Ты можешь здесь даже кинуть матрас, допустим, если ты куда-то вдвоем вы уехали. Кинули матрас, подушку и можете ложиться спать ночью там. Что у него еще есть у этого Хаммера? Вот так он выглядит изнутри. Ну, здесь реально можно лежать. Реально, очень много места. Это у нас Edition One. Цена закупа составила в Америке 110 тысяч долларов. Регулировка сидений есть. Вот такая большая ниша. Что-то складывать. Беспроводная зарядка. Два подстаканника есть. Это все дело закрывается. Вот это пневма. Вот это езда. Вот это тоже пневма вниз сверху. Вот это езда крабом. Нажимаешь кнопку. Ну, надо за рулем сидеть. По оффроуд, в общем, выбирайте режим езды. Подогрев, вентиляция руля, сидушек и подогрев руля есть. Вот наша цена была 111
тысяч долларов. Это закуп был. А вот такая камера здесь тоже сейчас покажу вам. Вот она, видите, сзади отражается. Вот. Она пикает, потому что дверька-то открыта. Камеры 360. Здесь тоже камера есть. Камера вот там впереди тоже, я вижу, есть, кажется, на зеркале. И посмотрите, какой у него огромный рот. Рот кашалота. Очень огромный. И, как видите, туда помещается вся вот эта крыша. Вот. Все четыре куска крыши от каждой стороны помещаются под капот. Вот так вот. Очень огромный капот. Вместительный. Вот. И что у него еще интересное есть? У него есть еще камера внизу. Я не знаю, зачем она там нужна. А, зачем она нужна? Когда вы поднимаете его на всю верх, вверх как можно, у него включается вот эта камера. И когда вы едете крабом тоже, она тоже включается. И вы можете наблюдать, чтобы у вас не было камней под днищу. Под днищу, чтобы не было камней. Вот. Так, закрываем. Покажу вам, как он выруливается. Ага, он сейчас у нас за... Так, стоять. Почему-то сейчас, не знаю почему, не хочет выруливать задний. Сейчас мы закроем. Так, он сам закрывается. Угу. Так. Ага, вот видите, я его отключил нечаянно. Сейчас он будет делать. Вот, пожалуйста, раз. Задние колесики у нас выворачиваются. И из-за этого у нас очень классный, как сказать, на узких улицах можно развернуться очень, очень быстро и очень несложно. Вот. Этому клиенту мы уже купили вторую машину. Он у нас первый раз заказывал Ram TRX. Мы ему отправили. Довольный, все нормально, машинка доехала. И сейчас отправляем ему вторую машинку вот такую. Если у вас есть интересы по поводу таких машин, пишите, звоните, вам тоже что-то отправим в любую точку мира. Всем на связи. Десант Транспорт с вами. Пока-пока.